Лето – любимая пора для велосипедных прогулок, поэтому задача акции «Велофан» – научить детей управлять велосипедом в неожиданных дорожных ситуациях. А чтобы знакомиться с правилами было не скучно, сотрудники ГИБДД и Департамент по делам молодежи и спорта рассказали о них в форме веселых стартов. Ребята соревновались, кто быстрее и аккуратнее преодолеет препятствия на двухколесном транспорте. Ребята учились управлять велосипедом в сложных дорожных условиях. Я думаю, что сегодняшняя вот практика, которую они получили, она поможет им для преодоления каких-то сложных ситуаций на дороге и избежать каких-то ненужных аварий. Дети пробовали свои силы в фигурном вождении велосипеда, преодолевая 8 фигур – змейку, перенос предмета, разворот в ограниченном пространстве, тоннель, колею. Многим ребятам справиться с заданиями было непросто, но каждый из них получил бесценный опыт и знания о том, с какими трудностями можно столкнуться на дороге. Когда тренировался, тут, бутылка, все было хорошо. После того, когда началось соревнование, у меня началось волнение, и я не мог, просто пропустил стакан с водой. Змейка у меня очень плохо получилась, потому что я пытался ее пройти только один раз, без тренировки. У меня в этой трассе были небольшие ошибки, так как проходила я ее в первый раз. Я поняла, что мне нужно учиться так приносить предметы, учиться с одной рукой и проходить змейку, потому что у меня в этом очень плохо получается. Я думаю, что справились все очень хорошо. Самое главное – желание было победить, желание быстрее проехать трассу, аккуратно проехать трассу. Ну и кто лучше умел управлять велосипедом, тот и победил. В велосипедных соревнованиях приняли участие 18 ребят. В конце мероприятия каждому из них вручили светоотражающие брелоки, а пятерка лучших получила еще и сладкие подарки. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.